ногу придавил. Ёпта, что делать? Моя нога застряла. А, блэд! Кенни, блядь, помоги мне! Да бегу, бегу, бегу. Сними его с меня. Давай, может, ногу оторвет. Ёптить. Блин, у меня нет ничего. Ай, за попку кусают. Всем привет, ребята. С вами Дилан. Ну, как обычно. И сегодня поиграем в игрушку «Ходячие мертвецы». Кстати, рекомендую всем в нее поиграть. Эпизод первый. Новый день. А вот и главный персонаж. Мы куда-то едем в полицейской машине. И мы арестованы. А арестованы мы не просто так. Но я думаю, ты этого не делал. Зачем ты это говоришь? Ты знаешь, что говорят о мнении? Какое это имеет значение? Ну, какое это имеет значение? Давайте выберем, зачем ты это говоришь. Знаешь, я отвезу в эту тюрьму уже кучу парней. А, отвез, извините. Бог знает сколько, и обычно я к этому моменту... Ты успел прочитать, извините. Молчание — правильный ответ. Только не от меня, каждый раз. Давайте выберем молчание. Ты не из болтливых, верно? Это да, так нам дали возможность. Есть информация, что возле Пич-3 на шоссе 285 начали поиск опасных объектов в этой зоне. Не успел прочитать. Так, давайте посмотрим. Я немного читал твое дело. Ты ведь из Мейкона, не так ли? А, у тебя наверняка есть свое мнение. Что думаешь, значит, ты тоже из Мейкона? Значит, ты тоже из Мейкона? Ага. Он обратил на это внимание. Это очень неприятно. Черт возьми, когда-то семья была... Конечно. Извините, я сейчас пока не привык, отлично. Имейте в виду, что на шоссе Хартсфилд есть медики. Окей, будем знать. У меня племянник учится в университете, Джорджии. Уже шестой год. Ты повстречал свою жену там? Так вроде было написано. Хочешь знать мое мнение? Давайте. Конечно. Че молчим? Хотя, может, ты просто женился не на той женщине. Может и так. Или она вышла не за того парня. Мне нравится ответ. Замечены беспорядки. Всем офицерам быть готовым к нападениям. Все больше звонков и сообщений со всех направлений. А, что-то неладное творится. Почему никого это не пугает? Так, нам опять выбор дают. Ну давайте еще раз. Однажды я вез одного парня, и он вел себя хуже всех. Он без остановки твердил о том, что не делал этого. Это был взрослый парень, большой, с добрыми глазами за очками, которые носят умники. И он просто плакал и причитал, что это не он. Ревел и хлипал прямо там, где ты. А, в этой клетке. Через какое-то время он начал биться об спинку сиденья, как суетливый ребенок в самолете. Что это, собственно, из правительства, что я буду вынужден вырубить его, если он не остановится. Ну, и он замолкает, исчерпав все свои аргументы, а потом начинает плакать со своей мамой. Это был не я, это ошибка. Возможно, он был невиновен. Наверное.
Невиновен? Они поймали этого ублюдка с окровавленными руками. Он убил свою жену и резал ее на части, когда ребята вошли в дверь. А потом сидел в моей машине и орал, как псих, что это не он. Может, его загипнотизировали? Это говорит о том, что люди начинают сходить с ума, когда понимают, что их жизнь закончена. Ох, у меня есть еще одна хорошая история. Она не такая депрессивная и более веселая. Осторожно! Ай, я не успел! Мать ваша, что произошло? Странно. Ёптить. Ёптить. Ой, я слышу, кого-то живут. Надеюсь, не меня. Извините за начало, что-то как-то не привык. Читать и субтитры быстро пропадают. Я слышу, как кого-то едят. Ай. О. Чёрт. Пить охота. Ох. Блять, моя нога. О, чуть-чуть так слишком много кадров. Полицейский. Эй, эй, офицер, вы в порядке? Я до сих пор в наручниках. Офицер, это нехорошо. Его же никто не вытаскивал из машины. Он не двигается. У него должен быть ключ от наручников. Недолго так. У него должен быть ключ от наручников. Ну и тогда что дальше? А, вижу. Я немного не понял. Так, ломаем стекло. Давай, ух. Ух. Херак. Отлично. Теперь ползите через окно, используйте клавишу W. Спасибо за подсказку. А, давайте взаимодействовать. Ох. Блин, наш персонаж, кажется, что-то с ногой. Заметьте, высота, кажется, здесь небольшая, хотя в тот момент, когда это показывали, было такое жестокое падение. Что такое? Так, обойдите машину, используя клавишу W. Давайте обойдем. Братишка что-то с трудом может идти. Походу, в ноге у него какое-то ранение. Полицейский. Офицер? Чёрт. Офицер? Так, где ключи? Вижу. Давайте возьмем. Чё, сейчас встанет, да? Так, открыть. Давай-ка. Отлично, открыли. Дерьмо. А, упали. Сейчас укусит, да? В лицо я готов. Открывай давай. Потихонечку, аккуратно. Чтобы не происходило ничего такого. Подобного говна. Так, сохранение. Ой-ой. М-офицер. Не-не-не-не. Нет. Где-где-где? С. Я нажимаю С. С нажимаю. Какого хрена? Кто ты, блядь, такой? Отвали от меня. Где? Дробовик. Бери. Давай. Где оружие само? Бери. Да не попадаю. Чувствительность мыши надо уменьшить. Давай. Ты чё, дебил, что ли? Бери. Давай. Хватай. Стреляй. Давай. В КС я играл, я умею. Где? Хэдшот. Yeah, bitch. Но он уже был не человек. Это была безвыходная ситуация. Нам отдали достижение. Out of the flying pan. Надеюсь, правильно прочитал. Его кожа сгнила, и он воняет, как дерьмо. Что это с ним, черт возьми? Ты мертв? Эй, ты мертв? Да, он мертв. Вставай.
А, вижу. Помоги! Позови кого-нибудь! Здесь стреляют! Здесь стреляют! Отличное поведение. Взяла, ушла к чертям. Так, чё? Что случилось? Камень. Ух ты, ёптить стыд. Братан, давай как-нибудь увалить отсюда. Ой-ой. Вставай, 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 потом полежишь. Понимаю, больно. Оу. Сейчас говноеды набегут. Валить надо. Валить. Валить. Потом срочно давай. Ёпты. Давай быстрее, братан. Беги. Как громко, а? Ребят, сейчас... Стоп, стоп. Продолжаем. Я быстренько уменьшил звук и чувствительность мыши. Чё-то как-то многовато загрузок. Не кажется? Ай-яй. Как говноеды. Ой, братан, аккуратнее, головой же ударился. Стреляют. Ну, у него и лицо, конечно. Вставай. Вставай, братан, отсюда надо валить. Фух, да, надо дышаться, согласен. Не каждый день такое увидишь. Так, и что делать? Hello. Эй! Anybody? Народ! И что теперь? Так, ну пойдемте внутрь. А раздвижная стеклянная дверь. Окей. Посмотрим, что это. Интересно, есть ли кто-нибудь дома? Давай проверим. Hello. Привет! Есть кто дома? Мне нужна небольшая помощь. Hello. Привет. Здесь что-то происходит. Ладно, давай открывай. Заклинило, да? Нет. Я вхожу. Shoot, okay? Не стреляйте, окей? Пока что не стреляют. Не кажется слишком много загрузок? Хватит. Ай, бля. Эй, я не грабитель. Блин, не хотел ругаться, как бы. Тут сами ругательства в этих субтитрах. Похоже, этим людям нужна помощь больше, чем мне. Окей. Детские рисунки. Что говорит о том, что в доме есть ребенок. Или жил. Не факт, что он здесь есть. Есть фрукты. Значит, семья была культурная. Потому что не настоящий черт. А, не, мы просто поесть хотели, окей. Так, кто-то оставил здесь. Наверное, там что-то есть. Три новых сообщения. Сообщение первое. Оставлено в 17:43. Привет, Сандра, это Диана. Мы еще в саванне. У этого произошел небольшой инцидент с одним сумасшедшим. Парнем возле отеля. Так что нам пришлось отвезти его в больницу на обследование. В общем... Он недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы ехать сегодня назад. Так что мы остаемся здесь на одну ночь. Присматривай за Клементиной, и я обещаю, мы вернемся до твоих весенних каникул. Сообщение второе. Оставлено 23:19. Боже мой, ну наконец-то, я не знаю, пыталась ли ты связаться с нами, ни один звонок не проходит. Они не позволяют нам уехать и ничего не говорят об Атланте. Пожалуйста, пожалуйста, уезжайте вместе с Клементиной из города. А, в Мариэтто. Мне нужно вернуться в больницу, пожалуйста. Дайте мне знать, все ли у вас нормально. Сообщение третье. Оставлено в 6:51. Клементина, детка, если ты это слышишь, то позвони в полицию. Номер 911. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Трагичный момент. Семья уехала. Папочка? Кто это был? Не догадываюсь, кто это был. Ладно, открыть ящик. Опа, рация.
Рация, папарация. Что-то как-то вспомнилось. Hello? Алло? You need to be quiet. Тебе нужно быть тише. Кто это говорит? А, я не монстр, кто это? Давайте уверим, я не монстр. I'm not a monster. Я не монстр. Good. Отлично. А где ты? Вроде как я помню, она домик на дереве. Хотя я ни разу, честно сказать, эту игру не проходил. Как тебя зовут? Где твои родители? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? 8. И ты совсем yes. одна? Да. Я не знаю, где все остальные. Сколько тебе лет? Мне... 37, okay. Понятно. Так где, как тебя зовут? I'm Clementine. Я Клементина, это мой дом. Привет, Клементина. Меня зовут Ли. Его имя Ли? Тупое имя, извините, оно реально такое. Где твои родители? Они уехали в путешествие и оставили меня с Сандрой. Они в саванне, кажется, но там, где лодки. Ты в безопасности? Мне лучше дать где-то. Где ты? Я на улице в домике на дереве. Они не могут сюда залезть. Умно и логично. Видишь? Ты видишь меня? Я вижу тебя через окно. Ёптить! Чё делать? Пью, сейчас. Нажимаю, пью. Спокойно, е. Успокойся. Это, как понимаю, Сандра, да? Ой, дебил! Как же так было упасть? Что делать? На. Блин, потому что он бедный, он головой бьется обо всем. Так можно и ДЦПшником стать. Там, не знаю, как... Давно. Открывай быстрее. Бей её. Блин, ну пусть сейчас. Усит. Кью. Я понимаю, да? Е. Ушла вон. Давай, на. Дай молоток. Дай молоток. Давай. Фуй. Давай. Херак по тебе поговорит. Я думаю, этого хватит. Все. Не надо. Ребенок не должен видеть столько всего. Открытое достижение. Adventures in Babysitting. Сайтинг. Блин, это была жесть. Здорово. Не самое лучшее приветствие. Ты убил ее? Не знаю, но думаю, да. Что-то другое убило. Давайте скажем, что-то другое убило. Я думаю, это было что-то другое. До меня. Клементина, это запомни. Я слышал ее крики 2 ночи назад. Наверное, один из монстров добавился до нее. 2 ночи назад? Да, видимо, это случилось. К сожалению. Ты была одна все это время? Ага, я хочу, чтобы мои родители вернулись домой. Знаешь, я думаю, это займет некоторое время. Оу. Слушай, я не знаю, что произошло, но пока я буду присматривать за тобой. Что нам теперь делать? Поищем помощь, пока не стемнело. Уйдем отсюда, как только сядет солнце. Блин, интересно, подождите, вариант. Уйдем отсюда, как только сядет солнце. То есть ночью вы хотите уйти, да? Ночью это тупое решение, так как людей, ой, зомби будет много. Поищем помощь, пока не стемнело. Вот это тогда будет умнее. Мы должны найти помощь, пока еще не наступила ночь. Ага, ночью небезопасно. Но это логично. Ну, во всех зомби выживал, как ночью была всегда задница. Либо выходили какие-то твари, которые убивали с первого удара. Я, блин, помню, сейчас я вообще игру эту ни разу не проходил, ее дополнения, все новые части. Я видел только один эпизод. Вот это сейчас новый фронтир, 3-й эпизод я видел только. Вот. Там она, помню, взрослая была, кстати, Клементина, а сейчас она такая маленькая. Ладно, выдвигаемся. Так. Мне надо как-то, что-то не знаю, перевязать ногу, что ли, повязку какую-то. Шину надо наложить. Вспомнил. Вспомнил выживалки, я бы. Не антер в помощь. А, нет, как раз вроде вантером я это делал. Ну да ладно, смотри, кто-то есть. Блин. С такими успехами я никогда не попаду домой. Вот отстой. Обстановка накаляется. Толкай. Давайте поможем. Главное, чтобы нас не убили они.
Можно было прикольнуться сейчас, звуки зомби сделать. В чем дело? Мне оставаться? Что? Я не хочу сегодня ночью спать в домике на дереве, но я не знаю, следует ли уходить. Что, если мои родители вернутся? Я не оставлю тебя одну. Они вернутся, нам надо идти. Я не оставлю тебя одну. Блин, что так быстро время? Давай найдем безопасное место где-нибудь поблизости, ладно? Это хорошая идея. Чуть не сказал, это good. Hey, man. Holy shit. Твою мать. Не ешь нас. Мы вам не угрожаем. Фух, я на секунду подумал, что вы с маленькой собираетесь нас закрыть. А что вы делаете? Что происходит? Мы ищем помощь. А нам нужна помощь. Вы пытаетесь выбраться отсюда? Думаю, да. Эти твари повсюду. Я еще нигде не видел таких ужасных, разве что в центре Атланты. Где? 15 милях отсюда. Я Шон. Шон Грин. Я Ли. Это Клементина. Я Чет. Стесняется. Нам не следует находиться здесь. Давайте поможем нам расчистить дорогу, и мы вытащим тебя с дочкой отсюда, в безопасное место. Я не ее отец. Я незнакомец. Я сиделка, сосед. Сосед. Я сосед. Ее родители. Нет в городе. Шон запомнит ваш слово. Давайте собираться. Глупо просто здесь стоять. Я не знаю, что было сказать. И как ты хочешь. Монстр приближается. Мы должны идти. Ладно, толкаем. Ли, быстрее, помоги. Окей, как толкать? Какая кнопка? Толкаю, давай. Вроде получается. Толкай. Твою мать заклинила. Помоги. Молодец. Девчонка умная, смышленная, понимает, что она делает. Где кнопка? Поехали. Залазим. Погнали. Едем. Эти ребята тоже соседи? Не, это говноеды. Они не из этого района. Это из Дотки пришли. Я Дотку не люблю, поэтому. In your charge. Новое достижение. Ночь. Едем на ферму. Куда-то заезжаем, непонятно куда. Чувачок сзади так прикольно сидит и расселся. Ладно, пора вылазить. Не сидеть нам тут вечно. Эй, Шон, я побегу домой. Моя мама будет рвать и метать от гнева. Это точно, чувак. Переселимся в сарай. Рад был знакомству. Я, честно, не знаю, что там было написано, но кажется, это. Слава богу, ты в порядке. Я тоже волновался. Что тут творится вообще? Эти пару дней тут было тихо, как обычно. Старый Брэкон думает, что у него кобыла сдохла. Я бы не вернулся без Чета. Но тогда я рад, что ты взял его с собой. А ты привел пару гостей? А, твой сын спас нас. Нам нужно укрытие, нам просто нужна помощь. Твой сын спас нас. Рад, что он смог помочь кому-то. Значит, выжили только вы и твоя дочь. Ох, нет, это не его дочь, он сосед. Милая, ты знаешь этого человека? Да. Хорошо. Похоже, ты сильно поранил ногу. Ага, с ней что-то не так. Я могу помочь тебе, Шон. Иди, проведай свою сестру. Ты сядь на лавку, а я посмотрю, что у меня есть. Представляю, как ему больно. Хотя, честно сказать, не представляю. Ну, давай посмотрим. Да, она чертовски распухла. И это не весело. Она болит чертовски. Не, сейчас, подожди. Она и болит чертовски. Верно. Я не расслышал твое имя. Неважно, я и не говорил его. Ли. Рад знакомству, Ли. Я Хершен Грин. Хершен узнал ваше имя. Хершел. Как это случилось? Я упал, авария.
Авария. Неужели? Куда ты ехал до аварии? Домой, просто катался из Атланты. Домой. Домой. Где твой дом? Я вырос в Мейконе. А мы сбили парня, одну из этих тварей, о которой ты наслышал на дороге. А с кем ты был? С девочкой? Я был с офицером полиции. Он подвез меня. Ужасно мило с его стороны. Я ужасно милый парень. В доме полно моих родственников, и еще одна семья спит в хлеву. Ты с дочерью можешь отдохнуть. Я не услышал твоего имя. Клем. Клементина. Не могу представить, через что ты прошла. Я присматриваю за ней, пока не найдутся ее родители. Эй, пап, я тут подумал, завтра первым делом мы должны снова поставить ограду вокруг фермы. Не думаю, что это обязательно. Я не знаю, что ты видел по телевизору или слышал по радио, но к нам тут серьезное дерьмо скоро провернется. Я не думаю, что об этом кто-то знает, может. Твой сын прав? Да. Твой сын прав, нужно укрепить это место. Такие вещи тут не случаются, что? Пап, я серьезно. Лид, давай расскажем ему, что ты там видел, мужик. А, видел, как сбили человека, я видел, как мертвый коп полз по земле. Меня преследовала пара мертвых людей. Ну, делай, что считаешь нужным. У нас тут и так забот хватает. Ли, ребята в хлеву помогут утром. Нам нужно это сделать, серьезно. Я уже сказал, окей. Но тут я закончил. Завтра будет лучше. Спасибо. Если температура поднимется или нога распухнет, то скажи, похоже, мы имеем дело с инфекцией. И что нам тогда делать? Нам придется тебя пристрелить. Шутка. А, мы промоем ее и перевяжем, и все будет отлично. Ладно, было неплохо. Хлеву, ой, есть одеяло. Подъем рано утром. Кстати говоря, я не успел прочитать, а в Мейкон я думаю. А, надо привыкнуть. Я не привык читать. Ну и хорошо. Эти еще субтитры такие, блин, гасто быстрые. Пахнет как навоз, дерьмо. Ну, знаешь. А, я знаю, что так пахнет. Кака. Кака. Молодец. Я скучаю по маме и по папе. Не сомневаюсь, Клем. Саванна далеко. Далековато. Okay. Ох, ладно. Губа дергается прикольно так. Гасса, мне хочется поснимать подольше. Я люблю тебя, милый. Но могу снимать только 30 минут. Кошмар. Походу, что-то с женой связанное. Но не знаю, что именно. Пап, у меня содрали с этой загрузкой. Можно поменьше делать? Эй, вставай. Я чешусь. Но ты же спала в хлеву, маленькие леди. А, маленькая леди. Но я уверен, что твой папа их отпугнул, верно? Я не ее отец. Меня зовут Ли. Я ее сосед. Пап, нам нужно построить ограду. Там трактор и все такое. Лучше пойдем, а то я не узнаю, чем все закончится. Это мой сын. Кен младший. Дак? В каком смысле Дак? Когда еще родители называли своих детей Дак. Мы из города Форт Лавейл, вроде бы написано. Ты вроде говорил, что тебе нужна помощь. Ну, Мейкон по пути. Честно говоря, я бы хотел поехать в компании парня, который может снести пару голов. Это будет нужно. Конечно, мы поедем с вами. Возможно, посмотрим, как пойдут дела. Возможно, мы посмотрим, как все будет с Хершина. А, ну, удачи. Он та еще задница. Милая, как это Ли? И как зовут девочку? Клементина. Это очень красивое имя. Спасибо. Ну что ж, нужно приступать к работе. Мы все видели, на что способны эти твари. Так что чем быстрее, тем лучше. Я тоже хочу строить ограду. Да. Но мне нужен хороший бригадир. Ты можешь принести немного воды?
А, нет, перевести, походу, трактор. А, ненавижу быстрые субтитры. Я могу приглядеть за твоей маленькой девочкой, мы будем тут на крыльце. Кто-нибудь может сказать, на стройках есть у вас функция скорости субтитров? Я бы сделал их поменьше. Потому что я не успеваю читать, уж больно быстро они пропадают. Куда надо идти? Немного не понимаю. Говорите с каждым, кого в дальнейшем встретите. Понял. Тракторист. Пойдемте к трактористу. У него 100% должно быть 300 рублей. Ну, я так думаю. Давайте посмотрим. Ты знаешь, как водить его? Конечно, нет, зато я могу... раскритиковать его. Не нужно. Так, давайте поговорим с ним. Эй! Он помахал нам ручкой. Да, прикольно, он так катается на нем, типа. Раньше в детстве тоже так нравилось. Садишься там, не знаю, за машину, так рулем делаешь, такой... Типа, представляешь, как будто ты куда-то едешь. Ладно. Давайте поговорим с ним. Как дела, Дак? Хорошо, я собираюсь водить трактор. Тракторист, это круто. Я бригадир. Посмотри на меня, Шон. Что-то не смотрит он как-то. Шон до сих пор работает над этой градой. Эй, Ли. Нужна помощь. Давайте попробуем. Спросим, точнее. Нужна помощь? Было бы здорово, если ты распилишь те доски, и это ускорит процесс. Я не против помочь. Мы, в принципе, имеем хорошую физическую форму, мы можем это сделать. Мой отец не подозревает, насколько все плохо. Да уж. Я видел парня в Атланте, который убил ребенка, мальчика, просто выстрелил ему прямо в лицо. Ты должен делать то, что должен. Мальчик был одним из ходячих? Я даже не знаю, он либо хотел напасть на парня, либо просил о помощи. Он даже не сомневался, просто повернулся, приставил ствол промеж детских глаз и нажал на курок. Это было жестоко. Ты не видел ничего подобного, это не так, как в кино. Они не так дохнут, как ты думаешь. Тебе приходилось видеть? Делать что? Убивать. Ты уже убивал ходячих? Ох. Один раз пришлось стрелять. Я мог бы пристрелить одного, наверное, если бы это было издалека. Я очень рад, что мы строим эту ограду. Отец просто хочет обезопасить нашу семью. Нам предстоит большая опасность. Как насчет тебя? Где твоя семья? Мои родители в Мейконе вместе с братом. Ох, чувак, я тоже надеюсь. Может быть, там и не так уж и плохо. Пока не рассказывают, из-за чего произошел инцидент. Пока что это все. Спасибо за то, что распилил доски. Сюда, пожалуйста. Давайте посмотрим. Ты думаешь, что эта штука сдержит их? Пока нет, я планирую из этого сделать более крутую ограду. Мы хорошенько я не могу выразить это слово. Ладно. Ну и да, ладно. С кем можно еще пообщаться? Пока не вижу. Вот что-то еще есть. Эй, девочки. Вы выглядите расслабленными. Кем ты работаешь? Как было в городе? Вы выглядите расслабленными. Я думала, что дела у нас идут хорошо. Клементина только что рассказала мне, что учится в первом классе. И как там? Просто. Логично, это не то, что в девятом классе. Итак, у вас все в порядке? Мы начали забывать, что в течение последних 3 дней увидели людей, поедающих друг друга. Тут спокойно, вроде бы. Кем ты работаешь? Чем ты занимаешься до появления? Чем ты занималась? Я ветеринар. Форт Ладейл. Как Хершел. Только я лечила собак и кошек, а не лошадей. А кем ты работаешь? Я раньше преподавал в университете Джорджии. Мы должны надеяться, что вернется... что вернемся к нашей работе. Будем надеяться. Вы узнали, что Катя ветеринар. Я не успел. Нет, я преподавал в нем раньше. Я недавно уволился. Это очень плохо. Я знаю, что люди всегда возвращаются в колледж после большой катастрофы. Как было в городе? Как вы прошли через город?
Кенни просто поехал, мы могли помочь многим людям, но нет. И мы просто давили некоторых людей, мы просто... Все нормально, все хорошо. Тебе не обязательно рассказывать. Я хочу завтра вернуться домой, но даже тогда я не смогу забыть, через что мы прошли. Прошел Даг. Разве ты не хочешь вернуться к моменту до того, как узнал об этом все? А кто не хочет? Вещи происходят не... Да, я не успеваю. Никто в здравом уме не откажется. Семья, барбекю с пивом и друзьями. Много всего. Ради этих вещей мы и живем, не так ли? Если их не станет, какой от этого смысл? Скоро вернусь. Хорошо ли? Господи, мне не нравятся здесь субтитры. Они какие-то реально мега быстрые, я не успел читать. Либо мне надо побольше читать. Что тоже, кстати... Не помешает. Вообще, каждому лучше всего читать минимум хотя бы 3 книжки, к примеру, за год. Никогда не помешает. Привет. Нужна помощь? Давайте спросим. Нужна помощь? Не, думаю, что сам справлюсь. А тебе нужна помощь? В смысле? Ты сказал, что позаботишься об этой маленькой девочке. Ты понимаешь, что делаешь? У тебя есть свои дела. Ой, дети. Нет детей, я в порядке. Не, у меня нет детей. А значит, тебе понравится. Ты же понимаешь. Как дела у твоего сына? Думаю, хорошо. Мы были в гостях у сестры Кати в Мемфисе и возвращались домой. На одной заправке какой-то парень схватил моего сына. Я подумал, что он хочет похитить его. Уже через пару секунд я подлетел к этому подонку, и, боже, слава богу, я был там. Мы видели много тел до того, как наткнулись на Хешела. Но у нас крепкая семья, Ли, и никто не сможет досаждать нам. Какие у вас планы? И какие у твоей семьи планы? Вернуться в Лодердей и разобраться со всем этим. Правительство начнет отдавать приказы, и Национальная гвардия начнет их выполнять. Думаю, если дела станут хуже, то мы сможем уплыть на лодке. У тебя есть лодка? Я промышляю рыбалкой, ловлю скумбрию, дельфина. Все, что клюет и за что заплатят. Не так уж и плохо. Пока. Сука, у меня уже жопа горит, честно, извините за выражение. Но меня дико уже бомбит от этих субтитров. Это нормально, честно? Клементина, ты хорошо себя чувствуешь? Тебе не нужно в туалет или что-то в этом роде? Молодая женщина может позаботиться сама о себе. Клементина, ты хорошо проводишь время, да? Так, я немного не понял. А, вон там еще остался дядька. Да мы как-то выполняем задание. А в принципе больше и ничего. Вот этим еще парнем надо пообщаться. Еще на ту долго зырим. Как ты выбрался из Атланты? Пешком, на машине. На машине, но попал в аварию. Я шел, пока не встретил твоего парня. Ну твой вид это подтверждает. У тебя хорошая ферма. Эх, если бы ты сказал мне 20 лет назад, что я до сих пор буду это делать, я бы не поверил. Я никогда не планировал быть фермером, но так было принято в моей семье. Семья — это самое главное, особенно сейчас. Ты согласен с этим? Ну, конечно, да. Где же твоя семья? Родители, жена, подруга, дети. Мои родители из Мейкона. Разведен. Меня бесит. Мои родители в Мейконе вместе с братом. Но я надеюсь, что с ними все в порядке. Но теперь у тебя есть эта маленькая девочка, требующая заботы, Клементина, не так ли? Как ты нашел ее? Я искал помощи в ее доме, на меня напали, она... Это сотрали вы меня. Да я искал помощи в ее доме. А, че он развелся? Могу я дать тебе совет? Конечно. Я не знаю, кто ты и что ты сделал. Предположим, что в городах ситуация не улучшается или станет еще хуже. Тебе придется зависеть от честности незнакомцев, если ты хочешь выжить, а если выяснится, что эти люди лгут тебе, то будет плохо. Хотя послушай человека, дающего совет. Что за...
Я немного не понял, я что-то неправильно сделал? Скорее, я возьму ружье. Гомосеки напали. Ой, по попке шлепают, по попке бьют. Ой, мальчик, долбоёб. Мальчик, дебил. Ты отцу ногу придавил. Ёпта, что делать? Моя нога застряла. А, блэд! Кенни, блядь, помоги мне! Да бегу, бегу, бегу. Сними его с меня. Толкай, 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 идиот. Давай. Бля, они идут, мужик, они идут. Я пытаюсь двинуть ее. Я держу тебя. Кенни, помоги ли? Оу, Кенни? Твою мать. Давай, я пытаюсь. Давай, может, ногу оторвет. Ёптеть. Блин, у меня нет ничего. Ай, за попку кусают. Твою мать. Блин, а если бы я спас ребенка, получается, я смог бы его отодвинуть? Я в порядке, пап. В порядке. Я полагаю... А, подлатаю тебя. Они почти, почти добрались до меня. Блин. Ли пытался помочь. Я знаю, сынок. Блин, он лжет, его покусали. Я думаю, мне сейчас надо будет сказать правду, что он заражен. Отец и так был старый. Еще и потерял сына. А детям лучше вообще этого не видеть. Да, уходите. Блин, данный графон не позволяет увидеть его слез. Пошли нахуй отсюда. Мне жаль. Жаль? Твой сын жив. Тебе не поможет. О, тебе не может быть жаль. Ты пытался помочь, но этот кусок говна позволил ему умереть. Это моя вина. Мне не хватило сил, мне жаль. Если твоя девчонка попадет в ловушку, лучше надейся, что тебе хватит сил. Или что твои друзья помогут тебе. Прошу, просто уйдите. Уйдите и никогда не возвращайтесь. А может это он Хилли Билли стал? Потом в будущем. А, Rock and Hard Place. И чё, смотрим друг на друга. Могу подбросить до Мейкона. Да, ситуация дерьмо. Фу, не самое лучшее, что могло произойти. Блин, плохо и немного обидно. Нас куда-то подвезли. Не, я реально, наверное, скоро сделаю специальный мод, чтобы субтитры были немного подлиннее. А, подольше. Итак, это максимум, куда мы смогли проехать. Этого достаточно. Мертвый город. Смотрите! Эй, вы свой? У нас кончился бензин. Ой, fucking shit. Это говноеды. Это фильм блогера. А, нет, это актеры из «Сломать блогера». Бежим. О, тёлка с пистолетом, я что, даже её как-то не заметил. Закрываю ворота. И замочек, главное. Я думаю, они не пройдут. Хотя буду на это надеяться.
Мы не можем так рисковать и не можем позволить людям умирать. Когда я сказала не открывать дверь, несмотря ни на что, я, блядь, говорила серьезно. Мы не знаем этих людей, они могут быть опасны. Что, ребята, я думаю, пока здесь сделаем паузу. А увидимся уже в следующей серии. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите следующую серию. И всем bye, see you!